Всем привет, вы на канале Ушаков 51. Сегодня у нас понедельник, 19 число. Остается один день до второго раунда Кубка. Сейчас приехали на предыгровую тренировку. Осталось какие-то внести последние коррективы, какие-то штрихи. Вот. И завтра уже будете смотреть, болеть за нас. Вот. А пока смотрите, как мы готовились. Я не знаю, надеюсь, мы в камере, ладно. Так, ну что, идем на тренировку. Шурик. Да, брат. Ставь, ты здесь. Да. Так, давай вот так. Все, Шур, возьми и говори. Все, братан, двигаемся на тренировочку. Что у нас? Завтра кубковая игра. Сегодня предыгровая тренировочка. Сколько пропустишь? Я сегодня на ноль. Смотри, братан. Слушай, подожди, нет. Ты про Велес что знаешь? Про Велес? Есть там друзья? Ну, смотри, меня, кстати, приглашали меня, по-моему, в Велес как-то. Что, не пошел? Не пошел. Это было, когда я еще по второй лиге, по-моему, играл. Вот, не пошел. Почему? Потому что у меня тогда был еще контракт. Да. Вот, и меня моя команда Знамя Ногинск не отпускала. Знамя Ногинск, я не отпустил. Братан, я там два года пылил. Ну, потом еще на КФК пылил. А? Вам они тебя отпустили. Вам Калан, конечно, тебя отпустили. Так, старый, а тебя Велес не звал? Меня Велес вообще... Так мы же против них зимой играли. Я против Велеса играл за кого? Зимой, зимой играли, 2-1 выиграли. И было, конечно, интересно. Там, конечно, играли мы против Сматровых, но... Короче, ладно, было посмотрим, что там будет. Да. Да. А мы уже на поле. У тебя что, перчатки новые? Да, мне выдали. Жень, спасибо. Спасибо тем, кто писал Жене в комментарии. Теперь вот в этих. Покажи поближе. Так что сегодня будем ловить. Выходы отрабатываем, чтобы все подачи забирать. Вот, Максик выпрыгивает как на самолете, я как на табуретке, поэтому вот так. Вратари уже готовы, что вон там Максик пошел на те ворота.
Я, короче, здесь. А эти что тренируются? Куда? Пространство со спиной. Хочу, чтобы вот. Да, да, да. Подожди, давай уберу, дай сфоткать. Все, давай, отлично. Я ждал его, готово, опять. Давай. Забирай. Я его задавал. Да, тоже, да. Я себе. Аккуратненько, давай. Я тебя отлепил. Для тебя. А что ты без рук? Специально, чтобы уверенно, Виталик, почувствовал. Когда на руки был. Ой, блин! Ты снимал, да? Спасибо, брат, спасибо. Вася, уверен, если ручки. Кто не забивает, ворота обрывает. Аи, сиди! Шура, не мешай. Не мешай. Ой! Спорт-экспресс! Трибуны ахнули! Спорт-экспресс! Сейчас мог тоже прыгнуть, кстати. Мара, слева ее. Ой, Мара! Ну отбей ты нам-то, а! Ну тут уже... Танис устарится. Ой! Нет! Давай, давай! Максим, надежда на тебя! Пробей, чтобы он отбил. Шакалы уже. Парни, давай. Так, тренировка у нас закончилась. Готовимся уже непосредственно к игре. А со мной Степа. Степ, ну что, как тебе тренировка? Что по Велесу скажешь? Что ты запомнил из того, что нам рассказывали? Что, стандартная предыгровая была. Размялись, квадратики, стандартики. По Велесу, что, ну, не будем раскрывать все, правильно? Конечно, не надо. Зачем? Чуть-чуть над оборонкой поработать, там два центральных защитничка, как с ними играть. Вы по-прежнему на канале Ушаков 51. Ну что, врываемся уже в матч-дэй. Вторник. У нас сколько по времени сейчас? Где-то у нас уже почти 5 часов. Мы выдвигаемся в Домодедово. Вон там сзади стоит наш... Это не наш водитель, если что. Вот. Короче, мы выдвигаемся. Будем ждать всех вас на стадионе. До встречи. Мы приехали на стадион, вышли на поле. Такая вот у нас картинка. Такая у нас штрафная. Там, кстати, судьи ходят. О, музыку включают. Трибуны. Ну, что хотелось бы сказать. На самом деле, поле не самого лучшего качества, но оно вроде как мягкое. Много крошки, но мяч будет немножко жеваться. Вот, ну, посмотрим. Может, сейчас дождь пойдет. Хотя, думаю, вряд ли. Вообще, что хотелось бы сказать про Велес. Добротная команда, думаю, все об этом знают, все видели. Вот. Хорошая линия обороны у них, хороший вратарь я видел.
очень бьющая команда, очень бьющая команда. Вот, наверное, с этой позиции, где я сейчас стою, они забили несколько голов. Я, наверное, ставки ставлю. Ну, пока пронастарее, давай потом, потому что нас супер угодно. Умаров не успел мяч подобрать. Вот подобрал его, кстати. Интересных каких-то нюансов. Так, смотрим. Контратака Велеса. Это 5. Текстильщику забили сумасшедшие голы. Нет, ну нормальные люди отсюда не бьют. Отсюда можешь забить только Эрик. Кстати, у меня с этим стадионом есть одна офигительная история. Тут на этом стадионе раньше играла команда второй лиги. Я не знаю, сейчас существует она или нет. Вот. Ну, команда не искала никакой славы, да, ни за какие высокие места не боролась. Вот, но тем не менее, я приехал в эту команду на просмотр. Приехал, переоделся спокойно. И перед выходом на тренировку, вон там уже, на поле, на вровке, мне тренер говорит: слушай, ну ты даже если Буфон, мы тебя все равно брать не будем. Вот. Я такой: а что тогда согласились взять? Не, ну мало ли там это, ну меня просто просили. В итоге я просто потренировался вот в этих вот воротах и просто поехал домой. Такая вот крутая история. Вторая лига. Не, ну что-что, установки на стиралке еще в жизни не было. Пацаны готовятся. Больше показать не могу. Много интимных вещей. Что думаешь, как размялся? Я нормально размялся. Самое главное, как размялся вот этот человек. Дай бог, чтобы сыграл хорошо. Чтобы все прилетело в руки, как сейчас. Но Палыч не жалел. Club, you know what's up. We throw it down, tear it up, Cali
the styles, niggas calculating, shaking their butts. We never play when it comes to making paper. This game, there is a game of blazing purple while we smash up the bay. Разминка закончена. Идем на поле. Что будет дальше, увидите. Поле стадиона «Авангард». Приглашаются команды «Мерес» Москва, «Антал» Москва. Первый тайм пока ведем. Максик хороший момент спас. Вот, а мы пока размялись. Сейчас Вася хороший тоже забил. Сейчас, надеюсь, дальше все пойдет. Верим, болеем, смотрим. Только 52-й может ударить, блядь, по центру бочком на силу. Не, ну извините, ребят, 5 ударов, 4 гола. Вопрос. Бля, кстати, он этот Кубок России просто так разъебывает. Он, походу, сколько лучший бомбардир в прошлом розыгрыше забил? 4 или 5 где-то. Вроде как, я не помню точно. Бля, тебе еще 2 забить и можешь. Давай. Короче, на протяжении матча не снимал, было нервозно, сами понимаете. Все увидите на канале Амкала матч, но здесь уже эмоции изнутри. Хорош, Вага! Давай! Свисти! Да блядь! Подымай! Толя, Толя, Толя! Сядь! Уже 7 минут, покажи, 7 минут сыграли. Он сказал, остановил. Как он остановил? Воткнись, воткнись, да воткнись! Смотри. Да, мама! Сиди! Иди сюда! Я говорил, он будет бомбардиром! Я говорил! Валер! Палыч!
Палыч, с победой! Босс, с победой! Николай, с победой, Николай! Да нормально, Николай, нормально! Парни, вы молодцы. Молодцы. То, что мы с вами там неправильно играли первую минуту, я не хочу сейчас блядь, анализировать. Вот мы сейчас должны радоваться, мы должны быть счастливы, потому что это наши труды, наши с вами, и мы классно отработали. Да, неправильно там чуть охраняли в конце и так далее, но вы молодцы, вот эта самоотдача. Вот эта самоотдача, вот то, что мы играли, забили классные мячи, давление, открывание, то, что тренировали, парни, я вам очень благодарен, это круто было. Молодцы! Короче, едем домой. Всех с победой. Вот такой вот получился видос. Я его делал 2 дня. Было тяжело какие-то моменты снять. Все-таки это Кубок России. И сложно было оператора выпустить на бровку, куда-то что-то подснять. Большие штрафы. Ругаются руководители. Поэтому что получилось, то получилось. Всех с победой. Мы МКЛ, а вы нет.